dáma sa pýta na to, že vlastne vy ste Ukrajinec, hej? A hovoríte po ukrajinsky, ako píšete? Po rusky alebo po ukrajinsky? V tejto súvislosti by som chcel povedať jednu vec, že ja som sa tiež dozvedel zaujímavú vec, že najväčší komediant, alebo čo písal komédie, Gogol, bol vlastne Ukrajinec. Nedávno som sa to zvedel, že aj Roman Karmen bol ukrajinský režisér. Ironia osudu je v tom, že Ukrajinci nepoznajú H, G a hovoria Hohol. Takže najväčší ukrajinský komedián Gogol vlastne sa píše po rusky. Zaujímajú vás tieto problémy, akým jazykom vlastne píšete, nepíšete, či trváte na tom, aby to bol ukrajinský jazyk, alebo ako sa s týmto vysporiadate? Lebo Gogol mal veľké problémy. Jeho sa celý život pýtali, či sa cíti byť Rusom alebo Ukrajincom. V živote na to neodpovedal. Ale tvrdia, že bol Ukrajinec. Ale má smolu, že sa volá Gogol a preto ho celý svet pozná ako Gogol. Máte vy s tým nejaké problémy? Ale v dobrom to myslím, nie v zlom. Byl komediálny vstup. Áno, no, máte tému na komédiu. Áno, ešte inakšie, námet na Gogola dostal od Puškina. Na revizora. Закончили, да? Ано, ďakujem. Но Пушкина трогать мы не будем уже, бог с ним. Про Гоголя. Слово Гоголь, фамилия, пишется украинское и русское одинаково. Просто поначе произносится. Пишется Гоголь. Хорошо. Он родом с Украины, как бы он этнично украинец, просто он переехал жить в Санкт-Петербург, потом уже говорит по-русски, и уже потом как бы не возвращался. И в то время не было независимой Украины, в том не было как бы... Украина была сильно ассимилирована с Российской империей, называлась так называемая Малороссия. При этом слове у нас у всех дергается глаз, потому что мы это слово ненавидим, как бы, да. Вот, сейчас мы независимая страна, и мы строим новую нацию по наднациональному признаку. Не только у тех, кого сдавать анализ крови, у кого больше украинской крови, тут украинцы, остальные пришлые. Нет, все, кто любит Украину, все, кто в ней живет, кто готов за нее бороться, кто изучает и говорит на украинском языке, те считают себя украинцем, те украинцы. Все, вот я считаю себя украинцем, и говорю, конечно, здесь просто перевод на русском нужно делать. На украинском, хотя это не родной мой язык, я его выучил, продолжаю учить, пишу, как бы, да, то есть это нас объединяющий фактор, как бы, язык в том числе, потому что мы сейчас нации формируется новая страна, как бы, и воюем с агрессором, то есть... Меня зовут Олег. Я понял уже. Да. Меня зовут Олег Макара. Я сейчас сделаю такой браузер, но мне правда. Я назвал его Гогол. Я даже назвал его Гогол. Как я тут сидел? What exactly are you doing on this historic day? Manipulation of history. Okay. And therefore I am using very special censorship. Okay. It's very special. It's very clear. It has glass, no glass, but you can make points. Yes? It's very clear censorship. Only selection.